Так, самый быстрый гайд на самый медленный класс. Берем место бравады Морген. Все остальные гравировки такие же. Сет Химер, щепотку мастерки. Дальше колоду желательно побольше урона плоского в виде света, там тьмы и так далее. Можно крит шанс ставить, если у вас совсем ничего нету. Дальше. Идея билда в том, в целом, что мы критуем все дела. Соответственно, нам надо спамить как можно больше, чтобы больше критов было. Чтобы спамить, у нас есть удар щитом рейда и раздробленка рейда. Это обязательно. Соответственно, дальше прыжок обязательно. 2, 3, 1. Все, вам больше ничего не надо, кроме двух рун рейда и прыжка. 2, 3, 1. Смотрим, как прокручивать комбинацию. Нажимаем таунт, подавление, прыжок, молния. Откатываем. Удар щита, раздробленка. Дальше крутим. Подавление, прыжок, натиск. Дальше прокручиваем, откатываем. Удар щита. Дальше подавление, прыжок, молния. Откатываем. Подавление, прыжок, натиск. Откатываем. Все, типа, откатываем это руны рейды. Все, так билд работает сейчас. Да.